что договоренности до сих пор не достигла. Если не будет договоренности, что вы ожидаете в регионе? Какой план Б? Да, план Б. Ну, я думаю, договоренности будут, потому что все доводы, приводимые Казмой Газом, представителями госорганов, она объективная и выполнимая. И я считаю, что положительный результат будет. Коллеги с Казмной Газа проводят необходимую работу. А если уже, наверное, какие-то сроки есть, вам нужно с ними договориться до вот такого-то числа, прийти к какому-то соглашению обоюдному. Таких сроков не ставят, и то.